Будем закладывать инкубатор. Приготовили коробочку. Сейчас вот сюда зальем водички. Потом выставим температуру. Вот здесь вот на крышечке выставляется. Надо залить теплую воду, кипяченую. Вот в эти отверстия. Чтобы была влажность в инкубаторе. Дальше укладываем пол. Уложили пол. Дальше ложим железные ячейки, куда яйца будем складывать. Ложим градусник. Температура должна быть от 37 до 38 градусов. Сейчас мы закрываем крышечкой. Вот, закрыли крышкой. Включаем розетку. Вот лампочка загорелась, индикатор, что нагрев пошел. И будем смотреть. Вот там градусник. Будем смотреть, следить температуру. Сначала сейчас выставим. 37,9 где-то. И будем закладывать. Все, догрели до нужной температуры. Выставили. Начинаем. Яйца закладываем. Меточкой. Обязательно меточку делаем с одной стороны яйца, чтобы знать. Каждые 8 часов надо переворачивать. Меточкой вверх ложим. Гайца здоровая. Дно сетчатое у нас. Там водичка. Двадцать шесть яичек. 28-30 дней яйца гусиные выпариваются. Будем следить. Каждые 8 часов желательно переворачивать. Смотреть за температурным режимом. Посмотрим, что получится, сколько гусят. Ну и все, погнали.